Итак, ребята, вообще всем привет, с вами Белаус, и это очередной видос на моем канале, и сегодня я буду открывать ящики в Brawl Stars. Я их накопил довольно много, вот, посмотрите. 73 бигбокса. Вот, и еще вот эти вот ящики. Я специально не доходил до 30 левела и дальше, для того, чтобы у меня даже не было шанса выбить Лу. Как по мне, Лу это худший бравлер вообще сейчас в Бравл Старс. Ну, серьезно, ну он просто ужасен. Типа, все хроматики, они были крутыми, вот... Гейл, когда выходил, это просто было прикольно, блин. Придумали Бравл Пасс, нового бойца такого. Потом Вольт, ну, Вольт просто имба был, ну, что сказать. Калет, там, механика уникальная, вот этот вот, как она, урон снимает, интересно. А Лу, а что Лу? Он просто мороженкой стреляет, блин, и все, и ничего больше. В общем, вышла обнова, и она просто бомбезная. В общем, такое жесткое изменение баланса я не видел давно, вы просто посмотрите. Особенно мне понравилось изменение с трофеями. Просто целая куча всего. Теперь посмотрите, как они халявно снимаются, видите? Представим, набрал, представим, 650 фантазиона, 649. Ну, блин, отлично. Теперь я так изи апну 30 тысяч кубков. Я серьезно. Не, ну это имба, это серьезная имба. Ладно, давайте начнем открывать. У меня нету всего-то... двух гаджетов. Ну, имею в виду из тех, которые я могу купить, потому что у меня еще нету гаджетов на Байрона, Амбера и Лу. Ну, так, если уж говорить. Мне не хватает гаджета на Биа и Карла, вот. Давайте сейчас начнем уже открывать ящики. Кстати, вот мой скин любимый. Ну, я его, наверное, покупать не буду. Ну, в комментариях напишите, стоит ли мне этот скин покупать. Так. Собираем монетки. Потом подарок. Так, звук. Сделал. Собираем этот подарочек, бесплатный ящик, и... понадеялся я. Предлагаю, наверное, вначале собрать скин. Нет, давайте все будем по порядку открывать. Ну что ж, начнем. Большой ящик первый. Кристаллики. Еще один. О, сразу же горит, неплохо. Сразу что-то новенькое. Это либо гаджет какой-то, либо какая-то пассивка, ну, или какой-то новый персонаж, в чем я очень сомневаюсь. Открываю. О, ну, это на Кроу, не знаю, зачем мне второй? Какой второй? Вторая пассивка на Кроу, я хотел сказать гаджет просто, совершенно не знаю. Ну, ничего, мне нападает целая куча денег, и уже с нее я себе напокупаю. Всяких пассивок, это точно. Кстати, я как-то мало надеюсь на новых персонажей, потому что я посмотрел видосик Гаурума. Он там задонатил себе 3 раза по 2000 гемов, чтобы выбить этого нового мифика Байрона, вот. И он ему не выплыл, вы представляете? Кстати, я даже шансы забыл вам показать, потому что они просто огромные. Ну, не просто огромные, ну да ладно. Блин, просто 2-1-0-8 легендарка. Может быть, это средний, я видел там побольше шанса 0.4, но все равно, лично для меня это огромный шанс. Ну, мне выпал ворон на 0.15, ну, на 2... А 0.2... Блин, на 0.21 мне точно должно что-то выпасть. Однозначно, однозначно. Мега-ящик. Так, что же будет? И опять горит. О, как хорошо. Просто все горит. О, отлично. Это гаджет на Биа. Очень крутая вещь. Наконец-то он мне выпал. Сейчас продолжаем. Опять горит. Я вообще даже офигел. Что мне так жестко все падает? Итак, у меня уже есть все гаджеты абсолютно. Это просто имба. Все, верите, гаджеты ноль. Выбил себе все возможные гаджеты. Это очень прикольно. На Легу еще больше шанс повысился, а? Ну что ты будешь делать? Он очень жестко повышается. Так, куда я зашел? Вот сюда надо. Продолжаем открывать. Ну давайте соберем этот значок на коллег. Прикольный. Большой ящик.
Да что это такое? У меня подряд три предмета горит. Подряд. Один ящик горит, второй и третий. Это просто жесть. О, вот это хорошая. Вот ее я реально хотел себе. Вот именно эту. Первую фиксанули, она уже не такая имбовая. Это я считаю лучше. Ну, это я пока что собирать не буду. Я подожду. Это невыгодно. Значок обязательно. Я надеюсь, я сейчас эти очки силы не получу, не будет никакого бага. Так, большой ящик. Опа, ничего, ничего. Мега ящик, давай, я жду чего-нибудь интересного. Горит единичка, вот блин, что же там такое? Это удвоители, ну 400 нет, 400 нормально. Хотя бы не 200. Целая куча удвоителей мне падает, это уже понятно. Еще 20 гемов. Целая куча. Мега ящик. Так, что же в нем будет? Я думаю, что ничего уже, потому что я все свое везение уже потратил. Этот открываем. Ну. 122 монетки. Как-то даже монетки не падают плохо. Я там смотрю ютуберов, им там с этих больших ящиков по 200 падает. 250, а мне 122. Так, ну-ка. Опять ничего, опять ничего. Собираем монетки. Большой ящик. Что же в тебе будет? Монеток. У меня уже, наверное, целая куча монеток. Давайте я уже дооткрываю до ящиков и потом посмотрим. Ну что же, еще один мегаящик. Я жду. Я жду чего-нибудь интересного. Ну же! Опять ничего. Так, ну что же, значки. Ну, какой же эпический, это тоже неплохо. Вот этот красный на мистера Пи мне нравится, если честно. Так, давайте теперь на колец скин соберем. Блин, какой же он прикольный. Так, уже почти 10 тысяч монет, нифига себе. Ну что, теперь будем открывать вот эти ящики. Ну уж с них... Мне точно должно что-то дропнуться, я уверен. Я уверен, либо это будет этот вот персонаж новый, Байрон, либо это будет Амбер. Хочу Амбер и Байрон тоже хочу. Давайте, открываем. Так, горит, отлично. Это 100% какая-то пассивка, ну точнее 99% пассивка, 1% это какой-то новый персонаж. Натика? Ну, я не знаю, какая Натика лучше. Я серьезно не знаю. Так что я считаю, что это хорошо. 102 монетки. 110. Чё так мало монеток? В смысле, я нажал, он не открылся. 120. 148. Блин, считаю монетки. Что такое? 170, отлично. Этот ящик был более хорошим. А самый хороший ящик в том, в котором горит красный предмет. 99 монеток. Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Чё так мало монеток? Деньги то... О, 228. Лайк за 228. Блин, какая же мне куча удвоителей сыпется. 135. Спасибо. Спасибо. Немножко подлагивает, не знаю почему. 146. 127. Вот этот... Большой ящик я люблю. 87 монеток, но зато что-то горит. И это какая-то пассивка. И это у нас... О! Отлично, это хорошая пассивка на кольта. Гораздо лучше, чем этот бесполезный бег. Отлично! Хорошая вещь выпала. Сейчас кольта бафнули, и чувствую, он будет сейчас реально имба. У меня на нем, на него и все. Скин, гаджет и пассивка. Все. И причем гаджет нужный. И пассивка тоже. Опа. Ничего. Ничего. 200 удвоителей. Давайте, давайте. Дайте мне что-нибудь интересное. И последний. Ну и как последний? Сейчас я просто посмотрю. Блин, 12 тысяч монет. Это такая куча. А еще, блин, 60 тысяч старпоинтов. Чувствую, в магазине буду я скупать пассивки. Это однозначно.
Даже если меня никто не выберет, в принципе, это уже не страшно. Вспомните мой видос, где не выпало две лиги подряд. Это самое главное. Знаете, мне нужно еще что-нибудь с этих ящиков. Да что-то как-то ничего, я их прокликиваю быстро, и мне ничего с них не падает. Эй, мы так не договаривались. О, давайте мы шанс на лигу посмотрим. Вдруг он уже мега жесткий. 0.23? Не, ну слушайте, ну с этого-то шанса мне обязано что-то выпасть. Ну я уверен. Шанс реально огромный. Посмотрите, 0.23 на Легу. Это. Лего, давай, не расстраивай меня, Амбер или Байрон. Давайте, падайте уже мне. Знаете, я вас очень жду. Вот ничего не падает. Вот сейчас 10 открыл. С 50-й. Мне ничего не выпало. Че, мне так мало падает? Два раза подряд 94. Нормально? Так, большие ящики, не расстраивайте меня. Я жду чего-нибудь. Эй, давайте, давайте. Не, ну это фигня какая-то, если честно. Уже. Это нечестно. Это явно нечестно уже. Большие ящики. Давайте, давайте. Что с вами не так? Ну, горит желтая единичка. Но это не то, что, чего я хочу. Чё такое, а? Ну, чувствую, никакая Амбер и Байра мне сегодня не выбудет. Блин, что? Еще и подлагивает. Не, ну это просто жесть. Просто жесть. Давайте еще один откроем. Вообще ничего не падает. Шанс мой продолжает расти. Уже 0.24, а? Ну, с такого шанса не выбить Легу? Все, сейчас точно дропнется. Сейчас точно что-то дропнется. Ничего. Я просто открываю их как маленькие ящики, я серьезно говорю. 152. Ну нет, это фигня просто. Бравл Старс, как так можно? А ну, Бравл Старс. Неужели мне больше ничего не выпадет? Ну горит. Ну слава богу. Что же это может быть? О, Амбер! Да! Это Амбер! Хо-хо! Я все-таки ее выбил! Не зря было это открытие! Я хотел бы больше, чем этого Байрона. Ради Амбер я не открывал до 30-го левела, точнее, дальше не проходил. Ради нее, чтобы ее выбить и затестить. И все-таки она мне выпала. Все, этот день удался, однозначно. Есть! У меня теперь есть Амбер! Блин, какая же она прикольная. Мне уже не терпится за нее поиграть. Вы посмотрите. Жесть. Где? У меня теперь опять все 5 лег. Это просто жесть. Офигеть. Сейчас я ее еще прокачаю. Так, где? Куда я хотел зайти? Вот. Ох, это жесть! Она мне все-таки выпала. Все, сегодня все мои планы выполнены. Как там мой шанс на Байрона? Слушайте, а на Лего-то у меня до сих пор-то шанс довольно нормальный на этого. Почему у меня есть шанс на Лего? Если она мне не может выпасть. Стоп. По идее, вот мне... Так, погодите. Мне сейчас Лу выпасть не может. Там же написано, что доступен только после 30-го левела. Он мне выпасть не может, но все равно какой-то шанс горит на него. Очень странная фигня. Прям вот очень странная. А, давайте сначала прокачаем. Сначала вот этого давайте потратим. Будем с самого начала идти. Просто тратить. Все на Амбер. Однозначно. Интересно, хватит мне или нет все это на Амбер потратить? 300, наверное, не хватит все-таки. Так, это тоже на Амбер. Это тоже на Амбер. Вот, и пригодились эти очки. Силы или прокачки, пофиг. А здесь есть что-нибудь? Или здесь ничего нету? О, 50, давайте по-быстренькому соберем с нового сезона. Так, давайте я пару ящиков открою, чтобы я смог ее уже прокачать. Хотя нет, а не то вдруг мне с них еще гаджет на нее выпадет, а я вот так вот ничего не сделаю.
Амберт, сразу тебя улучшаю. К сожалению, на полностью мне не хватит. Вот видите, так, 290, 480, 800. И не хватает 60. Сейчас мы это все исправим. Прошлый сезон. Может, лучше маленькие ящики сейчас по-быстрому пооткрываю, типа, куда они нужны? Или нет? Да ладно, нет. Не буду никуда перескакивать. Блин, я уже увидел единичку и думал, что мне опять что-то выпадет. Но это было бы слишком. Два! Мне опять сейчас что-то выпадет! Что это такое? Оно сейчас будет гореть, я вам отвечаю. Ну, посмотрите, а. Ну, это жесть какая-то. Это сразу на нее гаджет, но все просто идеально. Не зря я ее прокачал. Очень даже не зря. Очень прикольно, очень. Блин, очень-очень круто. Все, сегодня сложилось просто отлично. Вот, есть у меня Амбер. И в общем, ребята, на этой радостной ноте я решил завершить свое видео. Да, у меня еще остались какие-то награды в 15 ящиков и здесь. Но сейчас их открывать как-то не особо хочется. Во-первых, я должен дальше буду пройти. И уже, думаю, открою через полтора месяца, то есть через 47 дней, как вы видите. В начале нового сезона, может, подкоплю. И тогда, мне кажется, открытие будет лучше. Потому что, думаю, добавят новый гаджет. А сейчас я типа просто пооткрываю ради Байрона, и я считаю, что смысла в этом кого-то не будет, потому что он уже вряд ли не выберет, мне уже выпало Лего, и вообще как какой-то на Байрона шансы не вроде у меня есть нормальные, но он вообще не падает. Я уже говорил про видосик Аурума, где он потратил $300, у него он и потратил $300 или 6000 гемов, но там у него еще было где-то 6700, и ему этот Байрон не выпал. Поэтому вряд ли я его сейчас выберу, после того, как мне выпало Амбер. Так что, пожалуй, на этом видосе завершу. Но думаю, и так он получился крутым. Я надеюсь, что он вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я с вами был Белаус. Всем удачи и всем пока.